Скажу.
здесь видеокарты, либо сложно достать какую-то видеокарту, или там еще что-то. Но системный блок, серьезно, системный блок закончился, и ждать нужно было месяц. Но мы решили взять свой системный блок, поэтому ждать ничего не пришлось, слава богу. Вот, в общем, забрали они мне первый ПК. Там, кстати, еще менеджер очень часто путался, возможно, у них очень много заказов, я не знаю, но он постоянно что-то где-то путал. Вот, поэтому будьте внимательны при заказе. Короче, обсуждение шло недели две или три, я не знаю. Заменили этот проводок. Простите, что я прерываюсь.
изначально я хотела поставить AMD, но те, с кем я общалась по поводу ПК, меня переубедили. Да. Материнская плата MCI MPG Z690H Wi-Fi. Одна штука. Но по поводу материнской платы, не знаю, были какие-то, были противники добавок. Но в целом все ок. Семь вентиляторов и видеокарта болит.
одна игра.